улучшается с каждым уроном. И пока я на первом, я развожу еду. Ой, спасибо за пиццу, но денег у меня нет. Чё, как? Потом верну. Тогда я тебя собью и прокачаю свой аппарат. Эй, ты меня чуть не убил. И теперь вези меня в больничку. Точно, если я врежу в стену, то Нубас умрет и появится в больнице. А моя тачка станет такси, и я на этом заработаю. Ай, я не заметил ту тачку. Ты куда прёшь, чухан? Блин, из-за тебя моя лампа сломалась. Давай чини быстро. Но я же нищий таксист. Да у тебя бэха сзади. Точно, при аварии моя тачка прокачалась. Тогда это бэха моя. Давай, бомжара. Теперь я реально бомжара. Хотя он бросил свою лампу. А если я стану механиком и ее починю, то снова смогу прокачиваться. Ты как лампу починил? Срочно заводим тачку. А ну верни. Что это, Бентли? А если я ударю? Это Бугатти. Ну все, теперь я ее забираю. Точно, это же идея. Чем больше раз этот чувак врежется, тем круче будет моя тачка. Забирай себе этот кусок ведра. Так если я хлопну, то это маленький вертолет, на котором я, кстати, ограблю банк и заработаю лямы. Я передумал и забираю назад. Хорошо, что у меня с собой есть ствол, с которого я тебя собью. Чё, десятое улучшение? В танк. Ой, видимо, я попал. На!